Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Они одарены необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук «У» дает человеку активное воображение. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Активизирует воображение. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Нередко окружающие не понимают и даже сторонятся их, упрекая в скупости, равнодушии и надменности. Но такое впечатление – лишь результат их врожденной интеллигентности и чувства собственного достоинства. Окажущаяся холодность и отстраненность по отношению к окружающим – лишь формы бессознательной самозащиты. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.